В детском лагере «Звездный» Цивильского района республики завершилась первая многопрофильная смена. Ребята здесь не просто отдыхали, но и набирались мастерства в интересных для них сферах. Одно из самых больших профильных направлений в лагере – юноармейское. Здесь два отряда, а это почти 60 ребят. Идет серьезная подготовка к военно-патриотической игре «Зорница». Ребята должны уметь многое. Вот, например, мастер-класс по самообороне от титулованного спортсмена, восьмикратного чемпиона мира Алексея Соловьева. Встреча с такими знаменитыми людьми, неоднократными чемпионами мира, вдохновляют ребят. Мне очень понравилось, как стойки можно перебраться на борьбу и как быстро делать такую растяжку. Я вот хотел сказать по поводу кикбоксеров. Они очень много старались для того, чтобы драться так хорошо. И вот им медаль «Совет», горжусь ими. Алексей Соловьев еще и начальник регионального штаба «Юнармия». Желающих попасть в ряды будущих патриотов становится все больше. Чувашия стоит на третьем месте в стране по количеству участников – почти 10 тысяч. Организация профильной смены в лагере – это еще один шаг в развитии общественного движения. Здесь приезжали детишки Цивильского детского сада, которые были в юноармейской форме. Такой замечательный отряд, пели гимн по-чувашски, по-русски. У нас очень много вовлечено ребят, и родители, самое главное, чувствуют эту ответственность, потому что уже с детского сада уже они пытаются, как бы, и хотят, чтобы у них дети стали юноармейцами, а потом впоследствии, возможно, кадетами. Еще один интересный гость – ветеран боевых действий Югославии, чемпион России по стрельбе из лука среди спортсменов-колясочников Евгений Касьянов. Очень приятно, что у нас в Чувашии тоже это движение «Юнармия», оно получило большое развитие. Хочется вам пожелать, чтобы вот сейчас, именно с юных лет, вы стремились стать настоящими гражданами нашей Родины. И если кому-то из вас придется принять участие в боевых действиях, чтобы вы достойно там себя проявили. И помните, самое главное – это ваша жизнь. Сейчас с молодых лет занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, достигайте каких-то высот. Прямо противоположное, но не менее интересное направление – художественное. Арт-лето собрало в одну смену талантливых ребят. Материал, который они набрали за время пребывания в лагере, поможет им при поступлении в художественное училище, считают они. Каждый день мы с отрядом выходим на пленэр. Больше всего мне понравилось пленэр за территорией лагеря. Мы рисовали отражение в воде, деревенскую архитектуру. Также в лагере мы рисовали центральную аллею. Всего в лагере «Звездный» 7 профильных направлений. Программы обучения подбираются индивидуально. Профильные смены в нашей республике проводятся с целью организации развития детей. Вот такое вот интеграция обучения, образования, спорт, отдых, оно, естественно, дает положительные результаты. Первая смена лагеря завершилась. Самые активные ребята получили призы и дипломы.